Расставашки. Рифачок прикольный на гитаре вот этот. Я устала постоянно ждать. Ты. Роза пострадала. Вы у мамы единственный. Короче, без тебя охрененно живу получается. Всем здорово! Вы на канале Эвайб. Меня зовут Влад. А я Антон. И у нас сегодня песня, как я понимаю, про расставашки. Расставашки. Наша любимая Роза. Роза. Выпустила новый клип с новой песней, которую мы сейчас посмотрим. Поэтому без забыл уточнить. Главное. Перед просмотром подпишись на канал. Нам нужна твоя поддержка, потому что почти все смотрят наши рекомендации, наши реакции без подписки. Так делать нельзя. Нельзя. Помогите нам, и мы поможем вам. Напиши комментарий и подпишись на группу ВКонтакте и наши Инстаграмы. А мы начинаем. Лежит что-то где-то. Гитарка хорошая. I gave you all I mean, now you don't wanna be involved. Oh yeah, yeah, I really gotta face it. Oh yeah, yeah, I just wanna be the one, but to you are already done. Tell me why'd you have to hit and run me. Now I'm all alone crying ugly. You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's 8 in the morning, 8 in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain, can you? You had to be the one to let me down, to cut me through. Hate to see you with someone new. I'll put a curse on her and you. Ain't no looking back now, you're dead and gone. My love is gone too. All my love is gone. All my love is gone. Ладно, я долго ждал. Что? Прикольно. Рифачок прикольный на гитаре вот этот. Ну, уже прошло пол песни на одном уровне. На одном уровне на все. Единственное, что мне непонятно, там, если это так расставашки такие, я не увидел расставашки. Типа, я, может, грустинка была. Нет, она как бы уже пост всего этого, после всего. А, типа, я такая одна, такая там, то-то-то, без тебя. Короче, ну, без тебя охрененно живу, получается, да. Что она поет? Она поет, типа. Не тебе меня винить, раз ты тогда уже заблуждалась, это мое. Я устала постоянно ждать. Ага. Я думал, что ты... Что ты запомнишь, но похоже, ты забыл. А, и поэтому она вот типа как она одна проводит время. Типа и скучно она там вот то с этой камерой, то на остановке и грустно, как бы типа она ждет постоянно. Да. О. Да. Ну, да. Поэтому песня и будет вся ровная. Потому что это просто такое сейчас... ожидание. Думаешь, что это будет? Ну, если она будет такая вся, ну. Прикольно, но ну, да, будет проходняк. А слушай, как та фоновая, блин. Там ее того трека, там что прям было, там прям все взрывалось, там ярко было, красиво. С другой стороны, на контрасте можно простить. Но я надеюсь. Давай, Розочка. Вот она слишком ровная, да. Розочка, не подведи, пожалуйста. Gone and the hate is gone, standing all alone. And I'm searching for something, but I can't feel nothing. I pack my bags and go, oh, this don't feel like home. Too much darkness for a rainbow.
supposed to live without you? I refuse, yeah. I just wanna be the one, but to you are already done. Tell me, why'd you have to hit and run me? Now I'm all alone crying ugly. You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's 8 in the morning, 8 in the morning. All because of you. Another story that's sad and true. I can feel it. Нет, она будет ровно все, всю песню. Я уже понял. Опять же, касаемо клипа. Видишь, где, там, где она типа страдает, там вот остановка она была, ну, одна, она, там такие она... были темные такие вот тона. Тут сейчас такие не прям приглушенные темные. А там, где она, ну, была с телефоном, где она говорила с тем чуваком, там прям такое яркое, это красивенько. Вот контраст. А расставашки — это всегда... Контраст. Грустинка. Грустинка, да. А в принципе трек спокойный. Нет, в таком контексте, вот, конечно, он такой и должен быть. Без какого-то вот резкого взрыва. Блин, вот мне как бы не нравится, но мне нравится. Понял, принял условия. Ну ты клёвенький, опять же такой фон, на фоновое. Ты, ну, как ты, ты вот просто заметь. Песня. Ну, не хит, понятно. Но прикольно. Что находится в аранжировке? Гитара. Какой-то такой небольшой синт на фоне или что-то вроде того. Гитара крутая, кстати. И вокал. Три инструмента. Вся песня. А некоторые прям стараются, там, 150 дорожек, там, подкладки, чтобы прям это все звучало прям... Вот. Да. Захотели сделать песню, просто тринь, сделали. Моргенштерн. Хотя нет, к нему... Там тоже есть песня, где 4 инструмента и вся песня написана. А здесь их 3. Ага, выкусил. Ага, сынок. Ну, в принципе, по тексту понятно. Расставашки. Расставашки такие, да. Русенькая такая печная, как она там, типа. Роза пострадала. Она была счастливая, потом пострадала. В принципе, любые расставашки — это всегда грустинка. Грустинка. Это всегда неприятно. Ну, грустинка. И главное — не расстраиваться. Потому что вы у мамы единственный. А вот тех остальных — их 7 миллиардов. Поэтому убивать из-за кого? Кого-то или ее, его. Зачем? Всегда будет кто-то другой. Главное бы там помнить. Или ты сам просто будешь четко. Или как там были BTS. Просто будь собой. Будь собой. Делай то, что ты хочешь. То, что тебе нравится. Занимайся. Минутка мотивации. От пацанов. С района. Да. А песня идет в плейлист. Автоматически, опять же, господи, почему каждая песня будет в плейлист? Потому что она новая. Где будет хоть... Свеженькая. А, ну кроме Моргенштерна, она не зашла. А-та-та-та-та-та. Видишь? Не хватало. Не хватало еще. Мы, в принципе, все сказали. Все, надо добавить нечего. Картинка тоже огонь. Нет, картинка классная. Сцен, очень много разных сцен, образов, ну, образов, скажем так. Они же как бы в тему, там, да. Тона темная, грусть. Она светлая, радость. Радость. На контрасте она поет, что, ну... Клип продуман. Так бывает. Понятно, да. Так бывает. Но. Бросил недопонимание, бросил. Ну и... Вон дверь, как говорилось. Вон туда. Туда. Тебе и дружка. Вот, а на сегодня у нас все. Ставь лайк,
подпишись на наш канал, на группу ВКонтакте, на наши инстаграмы, напиши комментарий. Вот такенный. С пожеланиями или с благодарностью, нам будет очень приятно. А также, что ты думаешь про этот клип, тоже обязательно. Может, об этом и так напишут, скорее всего. Все, что вы думаете. Да. И на сегодня все. Всем пока.